Гулять так всем двором одно из ТСЖ на улице Крупской организовало большой праздник для жителей своих домов и соседних. Подробности в следующем материале. Рождественская сказка на улице Крупской. Жители одного из микрорайонов в Первомайском районе Мурманска ежегодно на январских каникулах организуют в своем дворе гуляния. У детей такой праздник пользуется любовью, ведь здесь можно поводить хороводы не только в сопровождении сказочных персонажей Деда Мороза и Снегурочки, но и познакомиться с теми, кто руководит городом. Большой хоровод вокруг елочки, вместе с Дедушкой Морозом, вместе со Снегурочкой, вместе с жителями всего этого прекрасного, хорошего дома. Доброго двора! Давайте! Праздник «К нам пришел Новый год» объединяет соседей, ведь они могут плечом к плечу бороться за памятные призы и подарки, весело проводить время, а заодно и решить актуальные вопросы. Правда, на этот раз все внимание гостей было направлено на пироги и развлечения, подготовленные организаторами. Удивительно, что так организовали, что прибыли ребята, которые танцуют, поют, нам делают радость от общения. Низкий поклон, спасибо огромное. Это удивительный праздник. Организатором этого праздника выступило одно из ТСЖ, которое обслуживает в микрорайоне 6 домов. Во всех многоэтажках полностью заменены подъездные окна, приведены в порядок подвалы, а также установлены новые теплообменники вместо устаревших бойлеров. Благодаря активности жителей два дома попали в программу капитального ремонта. Люди у нас уже знают, что праздники эти весело проходят, как для детей, так и для взрослых. Поэтому вот надеемся, что это будет продолжаться и дальше. То есть у нас расширяется количество праздников и становится уже как традиция, чтобы весь двор выходил и принимал участие. Такие праздники получается организовывать благодаря грамотному распределению финансов, а сам процесс подконтролен всем жителям дома. ТСЖ может не иметь своего персонала, а нанять устраивающую собственников подрядную организацию на выполнение работ или сотрудничать напрямую с мастерами, освободившееся время посвятить организации таких событий.